Коллеги, добрый вечер. Прошу прощения за некоторую задержку с началом. У нас в студии немножко задержалось предыдущее занятие, поэтому мы вот с вами начинаем немножко позже. Значит, давайте, как всегда, я начну с вопроса о том, все ли в порядке с изображением и со звуком. Угу. Ника, Дарья, спасибо. Хорошо, хорошо. Тогда давайте продолжать. Значит, насколько я видела по своим записям, мы с вами в прошлый раз закончили на обсуждении кратчайших путей во взвешенном графе. И последнее, что мы обсуждали, это алгоритм, решающий задачу о построении кратчайших путей от фиксированной вершины до всех остальных. В графе, в котором каждое ребро имеет неотрицательный вес. Собственно, это был алгоритм Дейкстра. Появились ли у вас какие-нибудь вопросы с нашей предыдущей встречи? Значит, пока вы формулируете вопросы, давайте я сотру с доски. Сейчас у нас с вами не матан. Так, ага, Дарья, спасибо. Ну, хорошо. Если вопросов у вас не появилось, тогда давайте двинемся дальше. Сегодня мы с вами обсудим еще один алгоритм, решающий задачу о поиске кратчайших путей от фиксированной вершины до всех остальных. Но в отличие от алгоритма Дейкстра, алгоритм, который мы обсудим сегодня, умеет обрабатывать ребра отрицательного веса. Итак, у нас с вами есть граф. Каждому ребру поставлен вот так. Прошу прощения, не та стрелочка. Поставлен в соответствии некоторый вес. Теперь просто вещественный. При этом мы с вами помним, что вообще-то у нас с вами есть ограничения. Для того, чтобы понятие кратчайшего пути имело смысл, мы запрещаем в графе циклы суммарного отрицательного веса. Да? Не существует цикла такой, что сумма весов ребер, входящих в цикл, меньше нуля. Понятно, почему это так? Если у нас с вами есть цикл суммарного отрицательного веса, то мы с вами можем бегать по нему, уменьшая вес суммарного пути, ну, строго говоря, до минус бесконечности. Соответственно, если в графе встречается такой цикл, это означает, что понятие кратчайшего пути, вообще говоря, определено не для любой пары вершин. Поэтому мы с вами эти самые циклы запрещаем. Надо сказать, что алгоритм, который мы будем обсуждать сейчас, называется он алгоритм Форда-Беллмана, допускает модификацию, которая позволяет этот цикл найти. Ну и это на самом деле вполне полезная опция. Классический, наверное, пример задачи, которую используют соответствующую модель. Представьте себе на минуточку, что у нас есть несколько курсов валют. И вы последовательно обмениваете там, неважно, рубли на доллары, доллары на дукаты, дукаты на марсианские рупии и так далее, и так далее, и так далее. Возникает естественный вопрос, а нельзя ли как-нибудь так вот последовательно поменять деньги так, чтобы в итоге иметь в исходной валюте больше, чем было раньше? Это как раз задача на поиск соответствующего цикла.
Ну, и на самом деле это не единственный вариант задачи, разумеется, просто это, наверное, первое, что приходит в голову. Поэтому алгоритм, который позволяет вычленить такие вот отрицательные замкнутые контуры, отрицательные циклы, это тоже довольно полезная конструкция. Ну, алгоритм Форда-Беллмана. Давайте я запишу. Алгоритм Форда-Беллмана, как вы понимаете, работает в более общей ситуации, чем алгоритм Дикстра. Естественно, ситуацию с неотрицательными весами он отрабатывает тоже. Но, как вы понимаете, за более широкий класс задач, которые можно решать, нам придется расплачиваться. Расплачиваться, как это обычно бывает, нам придется временем работы. Но вот сейчас, когда мы с вами опишем структуру работы алгоритма, будет очень хорошо видно, где именно алгоритму Форда-Беллмана требуется больше действий, чем требовалось алгоритму Дикстра. Итак, алгоритм Форда-Беллмана находит кратчайшие пути от фиксированной вершины до всех остальных. Для того, чтобы у нас с вами алгоритм начал работу, во-первых, естественно, нужно фиксировать начальную вершину. Во-вторых, мы к каждой вершине поставим в соответствии метку. А, так, давайте. Давайте W, чтобы не путать с начальной вершиной. Сопоставим метку DW. Это текущая длина построенного кратчайшего пути. На момент начала работы алгоритма начальной вершине мы припишем нулевую метку, а всем вершинам, кроме начальной, припишем метку бесконечности. Ну, вот этот вот начальный этап, он довольно сильно похож на то, что было в алгоритме Дикстра. А вот дальше начинается интересно. Как выглядит шаг работы алгоритма? А шаг работы алгоритма будет выглядеть следующим образом. Значит, у нас с вами будет полный список ребер. Этот список составлять вообще-то не обязательно. Список ребер, естественно, присутствует в графике. Но удобно выписать его отдельно. Через некоторое время будет видно, почему. Итак, вот у нас есть список ребер, естественно, с весами. И есть список вершин, в котором сопоставлены метки. Значит, на нулевом шаге набор меток выглядит вот так вот. На шаге мы с вами будем делать следующее. Мы просматриваем список ребер. Рассматриваем по и от единички до n, e и t. Обратите внимание, коллеги, если в шаге алгоритма Дикстра у нас была некоторая текущая вершина, и мы рассматривали ребра, исходящие из этой текущей вершины, здесь у нас никакой текущей вершины нет. На каждом шаге мы просматриваем список ребер полностью. Естественно, у ребра
есть вершина начала и вершина конец. Так. Давайте я введу соответствующее обозначение. Давайте я буду считать, что ребро В, Е и Т. Значит, начинается с В и С и заканчивается В и Ф. Да? Может быть, не идеальное обозначение, но я надеюсь, что будет понятно, что я имею в виду. Итак, для каждого ребра у нас есть начальная вершина и конечная. Так вот, мы просматриваем список ребер. И для каждого ребра проверяем, а не выполнены ли случайно следующие условия. Не получилось ли так, что сумма меток вершины начала и веса ребра оказалась меньше, чем метка вершины конца. Вот эта вот часть, вот эта вот проверка, условие на самом деле выглядит ровно так же, как оно выглядело в алгоритме действия. Да, мы проверяли, не получилось ли так, что набравшись на начальные вершины и еще потом заплатив что-то за проход по ребру, мы потратим меньше, чем потратили бы, если бы дошли до вершины конца, ну там тем путем, который был построен раньше. И если вдруг это так, то мы с вами заменяем метку вершины конца вот на эту самую сумму. А кроме этого, записываем в качестве предка вершины конца вершину начала. Вы помните, точно так же, как в алгоритме Дейкстры, мы хотим хранить не только длины пути, но и сами пути. И довольно естественное в этом плане телодвижение – это восстанавливать путь поэтапно. Понятно, что его можно сохранять, выстраивая либо следующую вершину в пути, либо предыдущую. Но вот для алгоритма Дейкстры мы выписывали предка, родителя, то же самое – будет и здесь. Значит, давайте я на всякий случай это обозначение тоже поясню. Значит, П, В, там неважно, Ката, это родитель вершины В, Ката, там на кратчайшем пути. Собственно, шаг заканчивается в тот момент, когда список ребер просмотрен полностью. Шаг заканчивается в тот момент, когда список ребер просмотрен полностью. Что происходит дальше? Запускается следующий шаг. И мы с вами снова просматриваем весь список ребер, проверяя, не появилось ли у нас новых мест, которых можно, это называется релаксация вдоль ребра, на которых можно срелаксировать вдоль ребра, то есть заменить метку на метку поменьше, устроенную специальным образом. Но возникает резонный вопрос. Замечательно, а когда же мы остановим эту процедуру? Ответ на него есть, естественно, есть, и он довольно простой. Мы с вами остановимся в тот момент, когда для всех вершин на итом и на итом с первом шаге будут одинаковые метки. Алгоритм завершит работу в тот момент, когда на каком-то шаге ни одна вершина, вернее, ни вдоль одного ребра не получится срелаксировать. Ну, и есть специальная теорема, теорема Форда-Беллмана. Эта теорема утверждает, что если у нас граф, в котором нет цикла суммарного отрицательного веса, то он сойдется не больше, чем за n минус один шаг.
Довольно очевидно, почему это так. Понятно, что если у нас есть цикл, нет циклов отрицательного суммарного веса, то все кратчайшие пути будут ациклические. Ну, а в графе на n вершинах ациклический путь не может иметь длину большую, чем n минус 1. Собственно, n-1 – это ровно цепь, проходящая по всем n вершинам. Итак, алгоритм Форда-Беллмана выглядит вот таким образом. Есть ли какие-нибудь вопросы по описанию алгоритма? Есть ли какие-нибудь вопросы по описанию алгоритма? Угу, Михаил, Дарья, спасибо. Ника, угу, отлично. Значит, тогда мы с вами сейчас поступим следующим образом. Во-первых, естественно, мы с вами сейчас разберем пример, как минимум один. Разберем мы его вместе, аккуратненько, подробно, значит, с записями, которые я постараюсь сделать максимально похожими на те, которые фигурируют в общем описании. Что я хотела бы отметить? Прежде чем мы с вами к разбору примера перейдем. Во-первых, я надеюсь, что уже понятно, почему алгоритм Форда-Беллмана в общем случае работает дольше. Да? Для алгоритма Дикстры шаг – это изучение всех ребер, исходящих из текущей вершины, а для Форда-Беллмана просто всех. Естественно, это более долгий процесс. Во-вторых, хочется обратить внимание на то, почему алгоритм Дикстры запрещает отрицательные веса. Помните, мы там с вами вот ту самую текущую вершину выбирали так. Это была любая из необработанных вершин, имеющая на данный момент минимальную метку. Метка – это тоже была длина кратчайшего пути. И, собственно, мы с вами говорили, вот эта метка минимальная, соответственно, стать меньше она уже не может. Мы с вами ориентировались на то, что поскольку все веса не отрицательные, то добравшись до нашей текущей вершины каким-нибудь обходным путем, мы не могли сделать вес меньше, могли сделать только больше. Ну, или больше либо равным, если допускать нулевые веса. Алгоритм Форда-Беллмана не требует таких ограничений, что, собственно, и позволяет ему работать с отрицательными весами ребер. Так, значит, с этим, наверное, все. Давайте попробуем разобрать пример. Ну, естественно, мне придется убрать с доски те записи, которые есть там сейчас. Можно стирать? Угу. Спасибо, Дарья, Михаил, спасибо большое. Хорошо, тогда давайте сконструируем какой-нибудь пример. Вот я какой-то примерчик заготовила. Через некоторое время будет видно, зачем я его заготовила такой.
такой граф. Он уже достроен, правда, веса еще не расставлены. Сейчас я расставлю веса, а после этого немножко прокомментирую, в чем цимис именно такой конструкции. Зачем я взяла в качестве примера вот такой граф? У меня теперь на всех ребрах расставлены веса. По-моему, на всех. Так, а теперь, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Этот граф, он устроен довольно специальным образом, в следующем смысле. Посмотрите, пожалуйста. В нем присутствуют направленные ребра, в нем присутствуют двунаправленные ребра, а еще... Хочу обратить внимание на это отдельно. Посмотрите, пожалуйста. Между ребрами D и C у меня есть два однонаправленных ребра в разные стороны. Почему я не стала рисовать одно двунаправленное ребро? Посмотрите, пожалуйста. Потому что здесь у меня ребро CD и ребро DC весят по-разному. Алгоритм Форда-Беллмана хорошо обрабатывает и такие ситуации тоже. Никаких проблем это не вызывает. Ну, хорошо. Давайте теперь фиксируем начальную вершину. Ну, более-менее все равно какую, я не знаю. Давайте в качестве начальной выберем, например, вершину А. Значит, соответственно, список. Да, кораблей прочти до половины. Вершины у меня будут. А, Б, С, Д, Е, Ф. И на нулевом шаге метка начальной вершины будет нулевой, а все остальные вершины будут иметь метку бесконечности. Но для того, чтобы двигаться дальше, мне потребуется список ребер. И здесь хочется обратить ваше внимание еще на одну вещь. Она довольно очевидна, но на всякий случай давайте проговорим ее явно. Естественно, от того, в каком порядке мы запихнем ребра в наш список, будет зависеть количество шагов, которые нам придется сделать. Соответственно, я сейчас упорядочу мои ребра как-нибудь, но мы должны с вами держать в голове, что вообще-то в зависимости от порядка мы можем себе сэкономить время, ну, или наоборот его увеличить. Итак, ребро АБ у меня есть, и оно весит 2. Ребро АС у меня есть, оно весит 3. Ребро СА у меня тоже есть, и оно тоже весит 3. Ребра АД и АЕ у меня нет. Ребра АФ тоже нет, зато есть ребро ФА, которое весит 1. Так, едем дальше через граф. Есть ребро БС с весом минус 2. Ребра СБ нет. Ребра БД нету. БЕ тоже нету, зато есть ребро БФ с весом 4. И ребро ФБ тоже с весом 4. Цшка. Значит, есть ребро СД с весом 3 и ребро ДС с весом 4. Мне сейчас закончится место, придется смещаться. Есть ребро ДЕ с весом минус 1. Так, ну... Продолжать будем здесь. Значит, кроме этого есть ребро DF с весом 2, ну и ребро FD тоже с весом 2. А
осталось последнее ребро, это ребро EF, и оно имеет вес единичка. Значит, давайте на всякий случай посчитаем. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 однонаправленных ребер и еще 3 двунаправленных, итого, соответственно, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Ну, по крайней мере, количество сошлось. Значит, пожалуйста, проверьте мой списочек. Либо убедитесь, что я нигде не ошиблась, и что все веса указаны верно. Либо, если я вдруг где-то что-то напутала, давайте исправим этот баг, ну, если он присутствует. Вроде бы нет, я так старалась писать аккуратно, но, к сожалению, это ничего не гарантирует, хотя, конечно, повышает шансы на минимум ошибок. Значит, верно ли составлен список ребер с весами? Верно ли составлен список ребер с весами? Остальные ребра вроде читаются нормально. Все ли в порядке со списком ребер? Все ли веса указаны верно? Все ли ребра перечислены? Нет ли каких-нибудь недочетов? Так, значит, у Михаила получилось так же, у Никиты тоже. Но будем надеяться, что нашего совместного внимания достаточно для того, чтобы здесь ошибок не было. Прекрасно. Итак, мы с вами запускаем первый шаг. Поехали. Первое ребро в моем списке – это ребро АБ. До А я умею добраться, заплатив 0, и еще за АБ я могу заплатить 2. Соответственно, это значит, что в Б я могу добраться, заплатив 0 плюс 2 – 2. Это выгодно по сравнению с бесконечностью. Это означает, что вершина Б получает у меня метку 2 и в качестве предка вершину А. Следующее ребро в моем списке – это ребро АС. 0 стоит путь до А, и еще 3 – путь из А в С. Соответственно, 0 плюс 3 – 3 можно заплатить, добравшись до С. Выгодно по сравнению с бесконечностью. Появляется метка 3 и предок А – начальная вершина ребра. Путь СА, ребро СА. До С мы добираемся, заплатив за это 3 – и еще 3 за 6 мы могли бы добраться до А, это невыгодно по сравнению с нулем. Релаксации вдоль этого ребра не происходит. Ребро ФА. Ну, поскольку путь до F пока стоит бесконечно дорого, то выгоды через, в пути через F точно не будет. Пока. Ребро БС. Посмотрите, коллеги. До B я могу добраться, заплатив 2. И еще за минус 2 я могу добраться до С. 2 минус 2 – 0. Это выгодно по сравнению с тройкой. Это означает, что наш с вами путь срелаксировал. Давайте я его вычеркну. И теперь мы будем добираться за С, до С не за 3, а за 0. И в качестве предка вершина С получит вершину В. Дальше ребро БФ. До Б мы добираемся за 2 и еще плюс 4. За 6 можно добраться до F. Конечно, это выгодно по сравнению с бесконечностью. Метка 6 и вершина B в качестве предка.
Следующее ребро в списке FB. До F мы добираемся за 6, и еще плюс 4 за 10 могли бы добраться до B, невыгодно по сравнению с двойкой. CD. Путь до C стоит 0, и еще плюс 3 за 3 можно добраться до D, выгодно. D получает метку 3, и C в качестве предка. Вершина DC. Тройка стоит путь до D, и еще 4, 7 заплатили бы мы за путь до C. Естественно, это невыгодно по сравнению с нулем. ДЕ. Путь до D стоит 3, и еще минус 1, и итого за 2 можно добраться до E. Конечно, это выгодно. E получает метку 2 и минус 1, и вершину D в качестве предка. Ну, осталось всего 3 нерассмотренных ребра. Конец первого шага близок. Путь до D стоит 3 и еще 2. Итого, за 5 мы добрались бы до F. Выгодно. Так, похоже, у меня сейчас умрет красный маркер. Вместо 6 мы будем платить 5. И в качестве предка окажется D, а не B. FD. 5 стоит путь до F. И еще 2, 7 путь до D. Невыгодно против 3, конечно, никак. И последнее в этом списке ребро. EF. Путь до Е стоит 2, и еще 1 путь до F, итого 3, опять выгодно. Ребро, вдоль этого ребра мы срелаксировали третий раз, теперь путь до F стоит 3, и в качестве предка мы получаем вершину Е. Вот мы с вами просмотрели список ребер до конца, и на этом закончился первый шаг алгоритма Форда-Беллмана. Коллеги, появились ли какие-нибудь вопросы? Понятно ли, что происходило, как оно происходило? Почему метки менялись именно так? Везде ли все понятно? Да, ну, естественно, метка вершины А не изменилась. Давайте я ее сюда перенесу, чтобы не смущать нас с вами пустой ячейкой. Ага, отлично, Дарья, спасибо. Прекрасно. В таком случае переходим ко второму шагу. Шаг номер 2. Запускаем процедуру просмотра списка ребер повторно. Значит, А весит 0, путь из А, Б в 2 невыгодно. В том смысле, что, длина пути остается такой же, как была. АС. До А стоит 0, до С 3, а мы умеем добираться до С за 0. Вообще невыгодно. СА. Та же самая история. 0 плюс 3, 3 против 0, нет никакого смысла. ФА. Тройка до F плюс 1, 4 до А против 0, нет никакой выгоды. БС. До Б за двойку минус 2, 0, мы уже умеем за 0. БФ. До B за двойку и 4 за 6 до F. Зачем мы умеем за 3? FB. До F за 3 и 4 за 7 до B против 2. Нет никакого смысла. CD. 0 до C и еще 3 до D. И так умеем. Смысла нет. DC. До D за 3 и еще плюс 4, 7 до C против 0. Никакого смысла нет. DE. До D за тройку минус 1. За двойку и так умеем. ДФ. До Д за 3 и еще 2. До Ф 5 против 3 смысла нет. ФД. Ф 3 и еще плюс 2 за 5. До Д против 3 смысла нет. И, наконец, ЕФ. До Е за 2 и еще за 1. До Ф и так умеем. Посмотрите, коллеги, оказался довольно скучный в этом смысле пример. Потому что мы с вами построили все кратчайшие пути за один шаг. Да, вот я сейчас постаралась подробно проговорить. Надеюсь, оказалось видно, что у нас с вами все метки остались такими же, как и были на предыдущем шаге. Это означает, что алгоритм Форда-Беллмана отработал. Значение меток сейчас как раз длины кратчайших путей. Давайте теперь восстановим по этому
списку сами пути. Ну, нет ничего проще. Есть вершина F, у которой предок E. Есть вершина E, у которой предок D. У D предок C. Да, совсем скучный вариант получился. У C предок B. И у B предок A. Ну вот получилась такая вот цепочка, в которой, собственно, все кратчайшие пути являются подпутями друг друга. На всякий случай привлекаю ваше внимание к тому, что это получилось абсолютно случайно. Да? Никаких специальных усилий для того, чтобы получилась именно линейная структура, именно за один шаг выстраивали все кратчайшие пути, никаких специальных усилий я не предпринимала. Но это вот просто так совпало из каких-то совершенно случайных соображений. Значит, в общем случае, да, у нас с вами в графе 6 вершин, соответственно, максимум мы могли бы себе организовать 5 шагов. Ну, вот такая история с алгоритмом Форда-Беллмана. Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу разобранного примера? Есть ли какие-нибудь вопросы по поводу разобранного примера? Так, Дарья, спасибо. Хорошо, коллеги. В таком случае, я думаю, что мы сейчас поступим следующим образом. Я сейчас нарисую еще какой-нибудь графчик, и вы попробуете применить на нем алгоритм Форда-Беллмана самостоятельно. Дальше либо у вас появятся вопросы, и мы их обсудим, либо вопросов не будет, и тогда мы с вами переключимся на разговор о том, а как бы модифицировать этот алгоритм так, чтобы выявить циклы отрицательной суммарной длины, если таковые есть. Хорошо, тогда сейчас еще один примерчик. Тогда сейчас еще один примерчик. Давайте возьмем. Граф К5. Давайте возьмем граф
Раз, два, три, четыре нации. Еще нет ориентации. Так. Четыре ориентации проставлены. Теперь у меня все ребра будут ориентированы. Так, сейчас раскидаем веса. Так, подожди секундочку, у меня прекрасный маркер отказывается функционировать. Так, только не говорите мне, что это наш последний красный. Ну, ладно, очень печально. Так, знаете, коллеги, похоже, что да. Ладно, я тогда сейчас постараюсь выжать из этого маркера все, что можно, а дальше, видимо, придется перейти на синий. Так, где у меня еще нет веса? Здесь, везде. А, собственно, все. Все. Значит, все веса у меня проставлены. Значит, в качестве начальной вершины я хотела бы предложить вам вершину Е. В качестве начальной вершины я бы хотела предложить вам вершину Е. Значит, что касается списка ребер. Мне к вам следующее предложение. Значит, давайте список ребер каждый составит себе сам. Я сейчас не буду предлагать вам список ребер один на всех. А дальше мы с вами сравним результаты. Понятное дело, что значения длин будут все равно одинаковые. Но если вы выберете разные списки ребер, возможно, у вас получится разное количество шагов. Ну, вот это будет хорошая возможность сверить в этом месте часы. Значит, я пока что напишу заготовку для списка ребер с весами. Это на случай, если придется разбирать задачу на доске. Ну и, соответственно, вершинки А, Б, С, Д, Е на момент начала работы начальная вершина имеет нулевую метку, а все остальные метки бесконечности. Пожалуйста, попробуйте прокрутить эту мясорубку самостоятельно. А, нет, возможно, у меня есть еще один маркер. А, все-таки еще один есть. Я сейчас на какое-то время выйду из кадра. Значит, я здесь рядом. Соответственно, я буду видеть, что написано в чате. Ну, и как только там появятся вопросы или ответы, мы сразу же займемся их обсуждением.
Значит, количество шагов может зависеть от порядка на списке ребер, которые вы установите. А вот длины кратчайших путей, естественно, определены однозначно. Сами пути, кстати, не факт. Теоретически, да и в общем практически, довольно легко сконструировать граф, в котором между какой-то парой вершин будет два кратчайших пути. Но длина все равно определена однозначно. Так, Динь предлагает ответ. Давайте я сейчас выпишу на доску тот ответ, который у вас получился, а потом мы будем его исследовать. Значит, получился список кратчайших путей ЕС, А, Б, Д с длинами, соответственно. Ну, давайте я запишу так же, как у вас. А, 2, Б, 3, С, тоже 3. И Д, 1. Так, ну, по крайней мере, это точно соответствует картиночке. Да, да, значит, по крайней мере, предложенный вами ответ картиночки хорошо соответствует. Угу, да, Ника, Дарья, вижу, отлично. Значит, коллеги, напишите, пожалуйста, за сколько шагов у вас сошелся алгоритм?
Сколько пришлось делать итераций? Так, Ника, у вас получилась одна итерация. Так, Дин, Дарья, у вас сколько шагов пришлось сделать? Так, у Дарьи 2, а у Дини 3. Очень хорошо. Значит, коллеги, ну, собственно, это неплохо иллюстрирует то, о чем мы с вами упоминали, да? Что, вообще говоря, от порядка на ребрах довольно сильно зависит, сколько времени мы будем, вернее, наш алгоритм будет отрабатывать. Есть оценка сверху на количество шагов, но вот удачный выбор в этом месте может время сэкономить. Из каких соображений делать удачный выбор? К сожалению, общих соображений в этом месте особо нет. То есть что-то, что можно было бы алгоритмизировать, и что при этом не свелось бы к решению той же самой задачи, ну, в общем, я соответствующих способов не знаю. Так, прекрасно. Значит, коллеги, ну вот в трех людях я уверена. Среди тех, кто пока не отписался. Значит, есть ли кто-то, для кого нужно разобрать решение вот этой задачи на доске? Если для кого-то нужно, напишите об этом, пожалуйста. Я тогда озадачу тех, кто уже справился, и разберу решение вот этой задачи. Ну, а если всем все понятно, то тогда мы с вами перейдем к обсуждению поиска цикла отрицательного суммарного веса. Так, нужно ли для кого-нибудь разобрать эту задачу на доске? Ну, давайте я там 30 секунд подожду ответа. Если желающих не найдется, то можно будет переходить к следующей части. Вроде бы желающих нет. Ну хорошо. В таком случае давайте тогда обсудим, как же искать цикл суммарного веса меньшего нуля. Значит, заметьте, пожалуйста, коллеги, что вообще-то здесь есть целых три разных понимания. Понимание номер один. Как вообще выяснить, что такой цикл есть? Вариант второй. Как найти хоть какой-нибудь такой цикл. Ну и вариант третий. Как найти все такие циклы? Это три разных задачи. Правда? Вот сейчас мы с вами обсудим, что по этому поводу умеет современная математика. Итак, прежде всего, как выяснить, что цикл отрицательного суммарного веса вообще есть? Ну, понятно, что есть какие-то отвратительные способы, типа перебрать все возможные циклы. Нет, это не считается способом, это отвратительно. Поэтому, слушайте, какое безобразие. Некоторые маркеры ведут себя так, что я их порицаю. Причем, коллеги, это маркер для доски, это не перманентный маркер. Почему он вдруг решил вообразить себя бетоном, из которого конструируют вековые памятники, мне не совсем ясно. Ну, ладно. Определить, что цикл отрицательного суммарного веса вообще есть. На самом деле ответ на этот вопрос вам, вы можете его придумать самостоятельно. Значит, давайте в качестве добровольной подсказки я скажу, что для этого можно использовать алгоритм Форда-Белмана. Итак, вот у нас есть какая-нибудь начальная вершина и все остальные вершины. Мы с вами, значит, строим кратчайшие пути
Шаг первый, второй и так далее. Мы с вами знаем, что по теореме... Так, интересно, то, что я сейчас... Какое-то оно совсем блеклое получается. Мне сейчас не видно. Мы с вами знаем, что по теореме Форда-Беллмана алгоритм должен сойтись не больше, чем за, да, не больше, чем за n минус 1 шаг. Ну, тут какое-то дельта А1, дельта А2 и так далее, дельта АН. Давайте вспомним. Мы с вами говорили, чем вообще мешает цикл отрицательного суммарного веса. Он мешает тем, что путь, включающий в себя этот отрицательный цикл, можно уменьшать сколь угодно долго. Поэтому давайте прокрутим еще один шаг. Если отрицательных, если циклов отрицательного суммарного веса не было, то метки на n-ном шаге обязаны быть такими же, как на n-1. Никуда они не денутся. А вот если хоть какая-то из меток дернулась, если существует аитая такое, что дельта n минус первое аитая отличается от дельта n-ного аитая, это, конечно, означает, что отрицательный цикл есть. Правда, наша вершина не обязательно в него входит. Что означает, что метка вершины дернулась? Это означает, что где-то на пути между начальной вершиной и вот аитера, где-то там есть отрицательный суммарный цикл. То есть картинка вообще-то выглядит так. Есть, значит, наша стартовая вершина, вот она у меня была, А1. Здесь происходит что-то, где-то здесь болтается цикл отрицательного суммарного веса, и где-то дальше находится вершина аита. Вот если картинка такая, то тогда отрицательный цикл выше по течению есть. Ну и дальше все вроде бы прекрасно. Можно идти раскручивать путь по предкам. И рано или поздно мы с вами на отрицательный цикл наткнемся. В чем неприятность? К сожалению, неприятность заключается в том, что если отрицательный цикл находится где-то ниже по течению, то мы его таким образом не найдем. Ну ладно, казалось бы, все прекрасно. У нас же здесь кратчайшие пути от вершины А1 до всех вершин. Значит, рано или поздно мы его все равно найдем. Так это не так. А если вдруг наш отрицательный цикл лежит где-то выше по течению, относительно начальной вершины, если этот самый отрицательный цикл из нашей начальной вершины вообще недостижим, такое тоже может быть, вот тогда, к сожалению, та модификация, которую мы с вами сейчас обсудили, не поможет его найти. Если он ниже по течению относительно начальной вершины, да, пожалуйста. А если выше, увы, крупный кубиш. Что же делать? Ну, здесь может быть некоторое количество идей разной степени безумия. Значит, давайте, прежде чем я начну рассказывать, у меня к вам предложение. Попробуйте, пожалуйста, минуточку подумать и сгенерить какие-нибудь идеи, которые могли бы решить вот эту проблему. Проблему того, что в описанной мной ситуации, если цикл отрицательного суммарного веса находится по течению выше, чем начальная вершина, то мы его не найдем вообще. Как бы можно было победить эту проблему? Какие есть соображения? Значит, ну вот где-то минута, может быть две, чтобы вы попробовали поштурмовать эту проблему. Что можно сделать? Значит, тут сразу, да, забегая вперед, есть некоторое количество не очень умных способов. Они рабочие, но долго. И есть один способ умный. Умный способ довольно тяжело придумать самостоятельно. Нет, если вдруг кто-то придумает, то это будет прямо очень круто. Это будет, пожалуй, большой плюсик. Вот. Ну, а если вы придумаете так. Никита, вы правы, но это
очень частный случай, да? А, нет, кстати, вы не правы. Кстати, вы не правы. Или все-таки правы. Нет, вы все-таки правы, но это очень частный случай. Да, то есть если вдруг нам так повезло, то да, конечно, но общую проблему цикла отрицательного суммарного веса выше по течению это не решает. Хотя да, вы правы, если в процессе работы вес начальной вершины уменьшился до отрицательного, это автоматически означает, что у нас есть отрицательный цикл, включающий в себя начальную вершину. Да. Но в общем случае это не работает, потому что это не обязательно. Так. Сама по себе мысль симпатичная. В некоторых частных случаях она будет помогать. Какие есть еще идеи? Давайте я, что ли, пока буду записывать. Значит, так, этот маркер совсем, видимо, никуда не годится. Значит, вот в некоторых частных случаях, если удается заработать для начальной вершины отрицательный вес, тогда, значит, цикл точно есть. Это вот то, что предложил Никита. Да, ну, в частных случаях это помогает. Может быть, что-то еще. Значит, наша с вами сейчас такая локальная задача – это выявить цикл отрицательного суммарного веса, находящийся по течению выше, чем наша начальная вершина. Если ниже, то проблем нет. Да, коллеги, на всякий случай я напомню, что алгоритм Форда-Беллмана можно запускать от любой вершины, не обязательно именно от той, которую мы первый раз выбрали начальный. Можно запустить его несколько раз от разных вершин. Почему бы, собственно, нет? Так, ну, коллеги, неужели больше нет никаких соображений? Как еще можно было бы пытаться половить цикл отрицательного суммарного веса по графу? Ну, вот у нас была конкретная начальная вершина, для нее вроде как нет. Вот Никита предложил в качестве одной из идей, если вдруг нам удалось заработать для начальной вершины отрицательный вес, значит, точно есть. Да, это достаточное условие. В некоторых ситуациях оно отработает. Неужели больше ничего нельзя придумать? Ну, кроме полного перебора циклов, чего, конечно, крайне не хочется. Что бы еще можно было попробовать сделать? Ну, давайте, пока вы думаете, я впишу, что можно перебрать все циклы, но делать этого не хочется. Еще можно было предпринять.
Так, ну, друзья мои, давайте как-то все-таки попробуем подумать, иначе как-то очень печально получается. Неужели, если вот в конкретной ситуации нам ничего выловить не удалось, то никаких других способов отловить отрицательный цикл выше по течению не существует? Придется перебирать все. Так, ну или, может быть, есть какие-то вопросы уточняющие. Может быть, постановка задачи не очень понятно сформулирована. Значит, друзья мои, давайте, пожалуйста, либо появятся вопросы, на которые я смогу ответить, ну и, скажем, понять, что я недостаточно четко сформулировала задачу, либо все-таки появятся, ну, хоть какие-нибудь идеи. Вы знаете по этому поводу мое мнение, так, чтобы не было ни вопросов, ни хотя бы шагов в решении, так просто не бывает. Если вы обдумываете задачу, то либо появляются вопросы, потому что не ясно, либо, если постановка задачи ясна, то хотя бы какие-то шаги точно есть. Ну вот не бывает такого, чтобы не было ни того, ни другого. Так, значит, коллеги, тишина несколько затянулась, меня это несколько огорчает. Хорошо, давайте по шагам. Понятна ли постановка вопроса или нет? Коллеги, ага, так, Ника, понятно. Отлично, отлично. Значит, хоть один живой человек точно присутствует в чате. Замечательно. Значит, давайте я даже нарисую микроскопический пример. Вот, предположим, у меня была начальная вершина. Вот у меня была вершина А1. У меня была вершина А2, в которую вело ребро. Веса, ну, скажем, 3, неважно. А еще была вершина А3, А4 и, скажем, А5. Вот такая была картинка. Значит, веса здесь будет, ну, скажем, 7, а здесь 2, 3 и минус 5. Вот так, да? Соответственно, минус 5 маловато, давайте минус 8. Вот так. Значит, понятно, что цикл А3, А4, А5 – это цикл отрицательного суммарного веса. Поэтому, если я буду запускать Форда Беллмана из вершины А1, то у меня достижима всего одна вершина, достижима только вершина А2. И на этом пути все в порядке. Но зато выше по течению, вот тут, да, у нас есть вот этот самый нехороший цикл. Ну и, в принципе, наворачивая круги по нему, можно путь от любой из этих вершин цикла до любой из оставшихся вершин графа делать сколь угодно маленький. Вот как бы так сделать,
чтобы где бы ни находился этот отрицательный цикл, можно было выяснить, что он в принципе есть. Как бы так подпилить алгоритм Форда-Беллмана, чтобы в результате запусков можно было хотя бы убедиться, что цикл есть. Не обязательно пока что его найти. Его найти – это следующий этап. А вот просто убедиться, что он существует. Да, как убедиться, что он существует, если он ниже по течению? Это вот то, о чем я говорила некоторое время назад. Да? Граф Форда, алгоритм Форда-Беллмана обязан сойтись не больше, чем за n-1 шаг. Соответственно, если у нас на n-1 и на n-м шаге хотя бы у одной вершины метка отличается, это значит, что где-то выше, где-то по течению между этой вершиной и начальной вот этот самый цикл затаится. А если он совсем высоко, что можно сделать? Так, тяжело, тяжело. Хорошо, Галина, давайте сейчас мы на секундочку отвлечемся от... А, вот что-то появилось. Так, Никит, я не очень поняла, что вы сейчас написали. Я сейчас попрошу вас сформулировать точнее. Значит, написана следующая реплика. Если выше, то должны запустить из вершины с бесконечным весом как минимум, но найти не поможет. Значит, Никит, бесконечный вес у нас остался у всех вершин, недостижимых из нашей А1. Ну вот на моей картинке такие вершины все в цикле. Но понятно, что если я туда включу еще какую-нибудь вершину, ну вот сюда куда-нибудь, да, воткну еще одну вершину, у нее тоже будет бесконечный вес, но она все равно окажется ниже по течению нашего цикла. То есть сама по себе идея запускать от вершин с весом, оставшимся бесконечным, неплохая. Как бы ее доформулировать четко? Да? На самом деле, коллеги, основную-то мысль Никита уже предложил, что вообще-то алгоритм Форда-Беллмана можно запускать от нескольких вершин. Ну так что? Ну так что? Что же можно сделать? Как бы так выбрать? От какой вершины выгодно запускать Форда-Беллмана? Чтобы обязательно наткнуться на отрицательный цикл, если он есть. С точки зрения вот выше-ниже по течению. Где должна быть эта вершина, чтобы мы потом на цикл точно наткнулись? Можно и в цикле, конечно, если она в цикле, это тоже подойдет, но, ой, прошу прощения, да, ориентацию не туда нарисовала. Там же может и еще выше цикла тоже что-то быть, да? Грубо говоря, для того, чтобы выбрать для начального, для статуса начальной вершины вершину в цикле, нужно знать, где цикл находится. А у нас с вами изначально, ну вот просто граф. Нам с вами сначала хочется убедиться, что там этот цикл вообще есть, а потом уже этот цикл найти. То есть выбрать вершину именно в цикле невозможно, не найдя этот цикл. Но кое-что сделать с этим графом можно. Давайте я еще раз повторю это, постараюсь максимально четко, да, это сделать. Если цикл отрицательного суммарного веса находится ниже по течению от начальной вершины, то мы его обязательно найдем вот таким вот образом. Если выше, нет. То есть нам нужно как-то умудриться выбрать начальную вершину, чтобы отрицательный цикл был, ну, либо ниже по течению, либо чтобы эта начальная вершина точно в цикл входила. Как бы это можно было сделать? Вы вот буквально совсем недавно у меня сдавали второе ЕГЗ.
Там был алгоритм, который решал очень похожую задачу. Не припоминаете? Там был алгоритм, который строил так называемый граф Герца. Что такое граф Герца? Помните, друзья мои? Или нужно напомнить? Напомнить. Хорошо. Коллеги, а граф Герца это вот что такое. Граф Герца. Вот что вот наш исходный граф. И граф Герца для него. Это граф, который устроен следующим образом. В качестве вершин у него компоненты сильной связности для исходного графа. G1, G2, ну и так далее, GM. Значит, GI это компоненты сильной связности для G. Ну и, соответственно, раз они компоненты сильной связности, а слабой связности нет, то между любыми двумя вершинами графа Герца либо нет ребер вообще, либо если есть ребро, то оно обязательно направлено. Собственно, алгоритм, который я пыталась, на который я пыталась вам намекать, это был, друзья мои, помните, алгоритм Косараю, да, последнее, что мы с вами обсуждали до того, как ушли на карантин. Он же алгоритм Косараю-Шарира, да, алгоритм, который ищет компоненты сильной связности. И идея моя заключалась в том, что если в качестве начальной вершины вы сможете выбрать вершину из самой высокой по течению компоненты сильной связанности, тогда все наши с вами циклы отрицательного суммарного веса неминуемо окажутся ниже по течению. И тогда мы их найдем. Это, конечно, не, ну, вот это как раз вариант из серии, которую я называла глупым. Глупым, потому что, строго говоря, мне придется, помимо алгоритма Форда-Гамана, на том же самом графе отработать еще и алгоритм Косараева. Это тоже не слишком быстро. Ну, не так долго, как перебор всех циклов, да, все-таки алгоритм Косараева – это серия поиска в глубину, точнее, две серии, а перебор – это гораздо хуже. Но, тем не менее, это хоть какой-то способ вычленить область, но если быть более точной, компоненту сильной связанности, в которой можно выбрать, удобно выбрать начальную вершину. Итак, коллеги, вот эта мысль. Понятно? Так, хорошо. Ну, еще один способ, который я тоже называла глупым. Можно просто запустить алгоритм Форда-Беллмана от каждой вершины. Это еще более глупый способ, еще более переборный, но рано или но все-таки все равно лучше, чем перебирать все циклы. И рано или поздно мы с вами наткнулись бы на цикл отрицательного суммарного веса. Теперь давайте тот способ, который я называю умным. Умный способ заключается в том, чтобы запустить алгоритм Форда-Беллмана, изначально присвоить всем вершинам нулевые метки. Вот у меня есть А1, А2 и так далее, АН. И мы с вами на нулевом шаге сообщаем всем вершинам нулевые метки. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Тем самым мы с вами ищем... Да, значит, естественно, эта модификация не находит кратчайшие пути. Но зато она как раз позволяет выявить цикл отрицательного суммарного веса, если он есть.
Обратите внимание, коллеги, какой-то цикл отрицательного суммарного. Разумного способа найти их все, ну, насколько мне известно, пока нет. Разумный я имею в виду не сводящийся так или иначе к перебору. А вот какой-то мы с вами обязательно найдем. Так, коллеги, нетривиальные идеи. Вот это то, что самостоятельно придумать, на мой вкус, нельзя, в отличие от двух предыдущих идей. Это прокрутить алгоритм Форда-Беллмана на графе, сделав начальные значения меток нулевыми. Все. Тогда мы с вами неминуемо обнаружим вот таким вот образом цикл отрицательного суммарного веса, где бы он ни был. Но зато не найдем кратчайший путь. Значит, вот такая история с алгоритмом Форда-Беллмана. Есть ли какие-нибудь вопросы? Угу, Ника, спасибо. Ну, сегодня было, да, Дарья, спасибо, сегодня было тяжело. Я понимаю, да, вечер декабря, сейчас вот нам с вами нужно, так сказать, дотянуть до солнцестояния дальше. День начнет увеличиваться и будет, наверное, проще. Поздний, ну, относительно, конечно, поздний вечер – это действительно время довольно тяжелое. Значит, прежде чем мы с вами закончим, значит, у меня здесь присутствуют два человека из 63-й группы. Я, к сожалению, вчера вынуждена была для них пару отменить. Ну, и вот пригласила их прийти сегодня с 62-й или там в понедельник 73-й. Значит, уважаемая 63-я группа, я чуточку ошиблась, когда говорила, что вы идете синхронно. Я просмотрела свои записи и обнаружила, что вот вам алгоритм Дикстера я еще не рассказывала. Соответственно, в четверг в 9:40 я его рассказывать буду. Там как раз группа, которая идет с вами полностью синхронно. Ну, либо вы можете там, значит, прийти на консультацию, посмотреть записи. Или, значит, я еще раз подтверждаю, что я могу назначить вам встречу в какое-то дополнительное время, чтобы вы, значит, не пострадали у меня от того, что пара вчера была отменена. Так что здесь вы решаете сами. Вот, с другой стороны, учитывая, что у вас здесь всего двое, и это, в общем, из лучших людей, может быть, у вас и так все в порядке, и я зря по этому поводу беспокоюсь. Ну, хорошо. Значит, давайте картинку, которая будет завершать эфир. Надо честно признать, сегодня не только вы с трудом проворачиваетесь, мне сегодня тоже грустно и тяжело. Поэтому картинка сегодня будет вот такая. Картинка сегодня будет вот такая. Ну что ж, давайте на этом завершать нашу сегодняшнюю встречу. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите в личный кабинет. Хотя сегодня с утра в личном кабинете лежал сервер, он ругался. Можно встретиться в субботу на консультации или через неделю. Всем большое спасибо, особенно тем, кто, сопротивляясь героически окружающей обстановке, пытался что-то делать. Всем всего доброго, до встречи. Счастливо.